Ну вот, дорогие друзья, тагильчане и дождались. Тагил снова рулит, причем в международном масштабе, причем еще до начала сезона турецко-египетских all-инклюзивных вылазок. Свое веское слово диванного эксперта-поисковика сказал известный в определенных кругах турист-надомник Валентин Дегтярев. Заработав себе устойчивую репутацию неоднократными сенсационными находками пропавшего под Серовом Ам-2, он перешел на качественно другой уровень и, похоже, обнаружил обломки исчезнувшего еще 8 марта малазийского Боинга, летевшего из Куала-Лумпур в Пекин, имея на борту 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Причем на этот раз, кроме шуток, наш разносторонне одаренный герой имеет вполне серьезные шансы на успех, хотя бы потому, что на пути к своему нынешнему открытию он не использовал свои личные уникальные способности, позволявшие ему одному с помощью обычного FM-приемника дешевого сотового телефона принимать радиосигналы амплитудной модуляции и ему же одному в мире слышать вместо обычного шума эфира крики о помощи с потерпевшего крушение Ан-2, с рассказом о медведях-людоедах, мертвом милиционере и колхозе имени Революции. В результате спасатели по его наводке настойчиво и лишний раз утюжили болото за сотню километров от Серова спустя несколько месяцев после исчезновения Ан-2 с пилотом и 12 пассажирами, тогда как в реальности все погибли спустя считанные мгновения в десятки километров от взлетной полосы. Дипломированный выпускник медицинского училища разглядел обломки пропавшего Боинга 777-200ER в Индийском океане, существенно западнее того места, где продолжаются сейчас поиски. Агентство «Урару» приводит слова Валентина Дегтярева. «Я нашел то, что напоминает разбившийся фюзеляж самолета, вернее его хвостовую часть. Общий размер схож с ТТХ реального самолета этой серии, видны элементы конструкции и шпангоуты корпуса. Сам фрагмент в притопленном состоянии, но на хорошем плаву. Я думаю, что обломок фюзеляжа сместился из-за шторма. Но далеко уплыть он не может, так как его размеры и, следовательно, масса значительные». Ну и далее агентство пишет. О своей находке Дегтярев сообщил в штаб поисковых работ и получил ответ о том, что обнаруженный фрагмент может послужить причиной изменения зоны поисков. Правда, при этом исследователь был предупрежден о том, что информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит. Конец цитаты. Ну, как вы понимаете, наш исследователь предупреждению внял и эту строго конфиденциальную информацию вообще не разгласил. Поиском очередного исчезнувшего самолета Валя занимался традиционно сидя. Сидел за компьютером и присоединился к добровольцам на сайте, чье название в переводе с монгольского означает «большой глаз». С помощью фотографий, получаемых с 5 спутников, всем желающим пользователям интернета предлагается помочь в изучении этих снимков и указать на обнаруженные подозрительные объекты, которые затем тщательно исследуют уже профессионалы. Что ж, пожелаем нашему незаурядному земляку всяческой удачи и не сесть в очередной раз в океан